Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я Александр Петров. Ничего не видите близкого вам? Чего-то такого знакомого? Я думаю, что это ваше ближайшее будущее. По крайней мере, я имею в виду для тех ребят, которые, для тех людей, которые едут в Австралию. Перед вами дорога, перед вами дорога, но вы не видите, куда она идет. Вам написано, что оно идет в Австралию, но вы не знаете, куда эта дорога идет, как она тяжела и длинна. Но вы видите человека, который, в общем-то, взялся быть вашим проводником. Вопрос в том, насколько вы этому человеку доверяете. Ну, здесь у вас есть, честно говоря, выбор. Есть много людей, которые точно так же могут вам рассказать о дороге, о своем видении вашего пути. И вам решать, с кем и как вам идти. Куда-то идти вам понятно, а вот с кем и как, это уже другой вопрос. Ребята, если серьезно, доверяй, но проверяй. И вы должны руководствоваться одним единственным, ну, наверное, не одним единственным, но своим внутренним чувством и тем, что обо мне и о других людях говорят люди. Люди, которые уже прошли, люди, которые уже там. Сейчас вы садитесь в поезд. Сейчас подойдет поезд, вы в него сядете. Но вопрос в том, сможете ли вы сесть, поедете ли вы в этом поезде, доедете ли вы до своей заветной цели и даже, скажем так, а что вы будете там делать? И это ваш выбор. Этот выбор определит всю вашу дальнейшую жизнь. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам успеха. Я не хочу сказать, что я самый лучший образовательный агент. Ну, наверное, кто-то самый лучший есть. Ну, почему же не я? Может быть, и я в действительности. Я не хочу сказать, что я всегда прав. Но, по крайней мере, я стараюсь не кривить душой. Другое дело, что человеку свойственно ошибаться. Но, оглядываясь назад, я не вижу, чтобы у меня в сравнении с другими агентами, людьми было так много ошибок, как было у них. И, по крайней мере, я всегда болел душой за своих людей и старался эти ошибки исправлять. И сейчас мы знаем, что мы не можем надеяться на государство, мы не можем надеяться на учебные заведения, мы не можем надеяться на то время, в котором мы живем, но, по крайней мере, у вас есть я. Я не скажу, что большего вам не надо. Но это уже кое-что для начала. Спасибо.